Наводим красоту. О, отсадинка надо. Отодрать пленочку. Это и ребенок справится. А муж? Муж цепляет. Отсадинг. Саморезами. Как эти штуки называются. Ну, я красоту на огороде навожу. О. Да. Будет у нас теперь красиво. Ну, конечно, не сейчас. Это не быстро. Красота в своем доме. Ура! А я обрезаю косичку. Помните, я плела косичку из шпарыша? Вот она какая. Вот она, эта косичка, которую мы плели летом из шпарыша. И теперь я ее срезаю. Прям под основание... Кот мурчит. Прям под основание секатором срезаю, как оно растет. И прям целиком, вот видите, переплетение. Прям коса из этой травы удаляется. Ну, а потом ее растрепят птички наши, курочки. Вот так вот. Сын продолжает, да, с профиля обдирать пленку. Муж куда-то убежал. Присверлил очередную сайдингушку. Так, все, все убегают. Так, и я, наверное, сейчас побегу делать уроки с ребенком. Пока-пока. Мы всегда на высоте. Вот, не получилось тайно за мужем поснимать. А зачем за мной тайно снимать? Потому что ты сказал не подходить к тебе, когда ты строишь, солнышко, а то ты... Если что-то хочешь снимать, снимай так, чтобы я это видел. Мне нравится, когда ты что-то снимаешь. Я думаю, ты поняла, о чем я. Обычно ты предупреждаешь, что ты плохими словами будешь, волшебными. Не буду, не буду. Ладно, сейчас камеру отключу, и тогда уже строй с волшебными словами. Вот такие вот трудовые будни.